Вопрос расширения инвестиционного взаимодействия обсудили глава Кабмина и председатель правления Евразийского банка развития Николай Подгузов. С начала года ЕАБР профинансировал проекты больше, чем на 900 миллионов долларов. Ожидается, что объем инвестиций значительно увеличится и превысит 1,5 миллиарда долларов. Олжас Бектенов подчеркнул, что финорганизация является одним из важных партнеров и надежных источников инвестиций. В свою очередь, Николай Подгузов сообщил о готовности банка к укреплению взаимодействия в осуществлении крупных инвестпроектов.